Друзья, всем привет! Сегодня 18 июля, я нахожусь на поле кукурузы в агроцентре Самара. 16 июня на этом участке мы применили гербицид Illumis в дозе 1,6 литра на гектар. На тот момент кукуруза у нас находилась в фазе 4-5 листьев. Давайте посмотрим, в каком состоянии у нас находятся посевы спустя месяц после обработки. Позади меня вот здесь находится контрольный вариант. Здесь мы принудительно специально отключили одну секцию опрыскивателя, чтобы наглядно показать, как работает гербицид Illumis в дозе 1,6 литра на гектар. Давайте посмотрим, какой у нас фон здесь, какой сорняк. То есть у нас куриные просы здесь, марь, вот щерица, осот полевой. Также овсюк вот есть, попадается. То есть мы видим, что сорняка очень много, он уже весь переросший. А теперь давайте посмотрим, в каком состоянии находятся посевы слева и справа от контрольного варианта, где мы применили гербицид. Мы видим, что посевы у нас абсолютно чистые. Сорных растений нету. Также сейчас посмотрим справа от контроля. Мы также видим, что посевы чистые. Сорняка нет. Хотел еще обратить внимание, как у нас угнетена кукуруза на контрольном варианте. То есть мы видим, что у нас кукуруза здесь намного ниже, чем на вариантах, где мы применили гербицид. Всем спасибо.